мотор запущен и, как говорится, вперед. Я хочу сделать небольшой отчет о своих занятиях гравитационной или по-другому изодинамической гимнастикой. Это на ваше усмотрение, кто как. Мне лично как-то особо название не столь важно. Мне важны эффекты. Вот я люблю, если чем-то заниматься, то уж, знаете, позаниматься и иметь свое собственное мнение. Я прозанимался год и продолжаю заниматься. Начал я с нуля. Дело это непростое. Побудило меня к занятиям этим делом плачевное состояние не просто поясницы, а всего, как этого самого, позвоночного столба. От головы до копчика. Вот я сейчас демонстрирую все эти снимки, которые были сделаны в 2016 году, МРТ. Я так понял, дело идет к инвалидности. И мне самому было неприятно чувствовать себя в своем теле. Знаете, вот это самое плохое, когда в своем собственном доме, а именно теле, тебе некомфортно жить. Не просто некомфортно, а тебе очень, очень тяжело жить. И думаешь, а дальше, а годы? Мы не молодеем, стареем, все хуже и хуже. Вот и тем не менее, естественно, кое-что я узнал от Сергея Прокопьевича Кривых. Первоначально он меня на это все направил. Далее непосредственно у Самодумова Анатолия Ивановича я побывал, позанимался, посмотрел. Ну и как всегда это бывает, знаете, вот есть, так можно так, знаете, просто сказать, тяжелая атлетика, упражнения, а вот как ты сложишь свои тренировки, чтобы добиться максимального результата, у каждого свой путь. Вот нечто так и у меня получилось свое, хотя я опирался и на рекомендации Сергея Прокофьевича, и на рекомендации Анатолия Ивановича. Ну, как-то, знаете, вот получилось немножечко свое. И опять-таки вот, что там? 5 упражнений, делая их, как говорится, не все так просто. Не все так просто. Свои какие-то частности вырисовались, свои какие-то закономерности, что вот вроде сначала начинает расти, а потом результат, а потом рост останавливается, потом идет скачок. Помимо того, что вот эти вот упражнения, ну, будем так сказать, знаете, как птица Феникс из пепла возрождает ваш позвоночный столб, а далее и там все остальное, влияет на органы, особенно на энергетику, что я почувствовал реально на себе. Я сейчас не говорю о том, что кто-то говорит вот так вот, вот сяк вот. Я слушал и Анатолия Ивановича, и Сергея Прокопьевича, вот. Ну, и собственный опыт подсказал. Кое-что работает, а кое-что, знаете, бабушка надвое говорит, как это у тебя получится. Но тем не менее, пройдя через год этих занятий, я добился своей главной цели. А это практически здорового
позвоночника, то есть я его перестал чувствовать. Это самое важное. Я уже не буду рассказывать, как плохо человеку, когда у него там болит спина где-либо. Возросла энергетика значительно. Пошла перестройка внутренних органов. Ну и дальше, знаете, появилась вот, можно так сказать, появился свет в конце туннеля. Что есть еще возможности для разного рода роста, совершенствования и прочее. То есть перспективы появляются с каждым днем все больше и больше. По мере роста результатов. Можно так сказать, целям подводя итог, я доволен. Проделанной работой. Работой над собой. И сейчас я кое в чем стал разбираться, а именно в этом вопросе. Итак, посмотрим, с чего я начал. Открываем. Все свои практические занятия, я единственный это сделал и выложил. Итак, началось все у нас в марте 2020 года. 19 марта. Запускаем, смотрим. Вы знаете, что я автор многочисленных книг. Хорошо, знаем, что автор. Вот я начинаю. Ну что, начинаю первую тренировку. Пробуем. Как все видите, начинаем первую тренировку. Три раза, хорошо. То есть вот тренажер пустой. Никакого веса на нем нету. И я делаю вот первое упражнение в валеночках. Значит, вот эта вот вся конструкция, вот эта вот рама, она создает, вернее, вот сюда надо приложить усилие, 100 килограмм. То есть, почему так все долго? Потому что надо давить не столько силой, сколько умом. Умом, понимаете? Это очень сложно вообще сделать. Мы привыкли давить силой, особенно я. Первое движение сделали. Тарах-тарах-та-та-та-тах. Второе движение сделали. Вот смотрите. Подходик это где-то у нас 110 килограмм. Вот мы делаем 110 килограмм. Так, теперь у нас дожим лежа я делаю 100 кг. Почему я ноги так держу? Судороги сводят. Вот смотрите, насколько я был, можно так сказать, разбалансирован. То судороги хватали, то еще какая-то ерунда была. Ну давай. Ага, все, видели? Вот это вот поднялось, вот это есть. Ага, вот она. Оп. Вот это вот движение, вот она. Все, больше ничего не надо. Работает. Так, ну хватит лежа жать. Ага, штанга на поясе. Вот тут я, все это. О, тут смотрите. Ножками пошел. Опа, ага. Первый урок был. Далее, допустим, мы с вами пробросим. Это было в марте. Давайте считать. Март не будем считать. Мы будем считать май. Ну давайте, что я поднимал в конце мая? Интересно. 29 мая, что я поднимал? Я сделал вот 4 занятия. Видите, тут я уже... Веса у меня пошли. Вот это 180 килограммов. Вот я давлю 200 килограммов. Есть. В конце мая это у нас уже 300 килограммов. Ну-ка, опа, есть. Легко и просто, хорошо. Это уже 364. Я стал считать 360 килограммов. Есть. Ну, еще разок. 404. Это значит, я набрал. Есть. Уже видите. 440 килограммов, есть.
и 464. Опа! И это есть. Даже 484, ух ты, увлекся. Ну что-то у нас, ага, 514, скажи, 520, есть, и 500 килограмм. Хорошо, я прибавил, однако. Ага, вот, вот 520, вот это, раз. Есть, это я уже иду дальше. 160 килограммов давлю. Так, что тут 180 у нас? И 180 мне покорились. Значит, за апрель и май, за 2 месяца. Ну-ка, что тут у нас? Сколько? 190 килограмм. 190? Нет. Это заминка, штанга на поясе. Начинаю с 300. Пошел дальше. Сколько тут у нас? 440. Уперся, есть. Уперся, есть. 460. Есть. Четыреста восемьдесят. Осилил. То есть прогресс был хороший. Это сколько у нас уже? 500 кг. Пятьсот. Осилили. Это уже заминка. Тяга. Начал тянуть 200 кг. 220 240 260. Хорошая тяга. 280. О, смотрите, руками раздохватом беру, держат руки мощно, энергия бьет в голову. Двести двадцать и штанга. Ага, поднимаю. Вот это как раз упражнение. Я просто не ждал, думал, будто поясница будет портиться. Наоборот, оказывается, оно самое вот направлено на лечение спины. Как раз заставляет энергию вот так вот, можно говорить, устремляться вверх. И все эти пробки ликвидируются. 220. 250. Опачки! Смотрите, какая, какое лицо. 250. Все, закончил. Массаж своеобразный сделали. Это было в мае. Ну, давайте теперь посмотрим апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, конец сентября. Давайте посмотрим конец сентября. Что мне удалось сделать под конец сентября? Какие результаты? Итак, я уже начинаю. 360 килограмм. 400 килограмм, 440 килограммов, 480 килограммов, прибавляю потихонечку, 520, что, не поднял? Это еще за... И... Пихлеван. Наступил какой-то спад, я помню. 520 я не поднял. Так, 120, 140, 160, 180.
Ну-ка. Ага, вот 200 килограмм, я пытаюсь. Ну-ка, ну-ка. Не, не дались. 360, 440, 520. Еле-еле, да? Получился какой-то откат. 180, начинаю тягу. 220, 260. Триста. Опа! Пошел, весочек! Пошел, Родемы! О, третий раз! О, сильный похлеван! 340. Раз. Есть. Сильно бьет в голову. Бьет энергия в голову. Ты тянешь. Так, дальше. 180. Сколько? 220. 260. Ну. 300. Опа, поднимаем. Вот здесь вот. Не столько на спину, как вот здесь живот должен укрепиться, чтобы никакая грыжа не вылезла. Ага, добавляем еще. Ну, сколько? 320. Опа! Пошел, лесочек. Есть. Примерно где-то... Видите, сколько занятий у меня в сентябре было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Советуется, разные советы есть. Делать одну тренировку в две недели. Есть советы Самодумова, ну, примерно раз в неделю заниматься или в 10 дней. Я же занимался чаще, потому что Сергей Прокофьевич мне сказал, что Самодумов в свое время занимался чуть ли не каждый день. Ну, я как бывший штангист тоже все это настроился, занимаюсь. Так, октябрь, ноябрь. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, когда я... В октябре, как я прибавил. В октябре. Ну, давайте 23 октября. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь. Примерно семь тренировок. Что у нас было уже 23-е? То, что было, то, что стало. И думаю, то, что дальше, всякая большая разница, я чувствую. То есть... Вот здесь разницу не только я чувствую, но со мной занимаются еще два человека, Игорь и Александр. Вот они. Вот Игорь. Кстати, он стал прогрессировать лучше, чем я. Побольше. Вот у него как-то получилось более-менее правильно. 460, 460 у меня, 500 килограмм. Игорь дает. Ага, ну-ка. Смотрите, как только. Раз! И пошел 500 кг. Как я давлю? Ну, тоже. Вот. Что вот это он делал? Вот это очень интересный феномен, который говорит о том, что вот... Умственно, именно умственно энергетика очень способствует вот подъему. То есть ты поднимаешь не столько физикой, хотя у меня больше физикой получилось, у Игоря как-то больше энергетикой. Так вот, когда человек просто стоит и мысленно вот так
пальчиком просто, знаете, вот тебе помогает, вот мысленно, веса поднимаются значительно легче и больше. Вот он 540. Вот я 540. Опа! Отлично поднял. Началось сильное давление на стопы ног, поэтому подлаживаем ремни. 580, Игорек осилил. Я ложусь. Те же 580. Опачки! Осилил 580. Игорек 590. Я не стал. Так. 150. 170. Кстати, у Игоря, смотрите, 220. Опа! Прет! Очень у него. У меня 190. Легко и просто. 210 я. Легко и просто. 260 Игорек, видите, поднимает. О, видите, опа, легко и просто. Я пытаюсь 220. И 220 я осилил. Опа, уперся, пошла. 270 он осилил. Все, идем на спад. 270. Тяга. 450. Видите, такая, опачки. Как ни в чем не бывало. Я тут. 500 килограмм. Опачки. Есть. Сколько тут у нас? 550. Набычился. Выдал. 550, Игорек. Есть. 600. Опа, 600, пошел. Это мой рекорд был установлен. Игорек. Игорек, Витя говорит, хорошо идет. Я 520 заключительно. Игорь ставит 630. Витя сосредоточился. И больше. Опа, 630. Есть. Здесь мы заканчиваем. Триста сорок я уже, да? Опа! 340. Игорь 280. Я 380 тяну. Итак, здесь у нас 400 килограмм. Смотрите. Представляете, нагрузка. О, как она. Чистая победа. Есть. Выхватил. Четвертая сотня. Я готовлюсь на 500 килограмм. Вот. Ближайшие, так сказать, месяцы. 200 это. Тара-тара-та-та-та. То есть в октябре как раз вот эта вот тренировка была самая, ну можно сказать, результативная. Потом я заболел. Ноябрь-декабрь проболел, особо ничего не было. Давайте посмотрим, что у нас было в январе. В январе 21 года. Какие тут? Ну, 30-го. Давайте посмотрим. 30 января. Тут я рассказываю. 400 килограмм. Вот я сам занимаюсь. То есть я занимался намного чаще, чем ребята. 450 давал. Пошел. 450, 500. 500, 550.
550, 500, все. То есть наблюдается некий откат. 160, 160, 180, 180. 520, 520, 600. Смотрите, сколько раз я делаю 600. Раз, два, три. Три раза 600. То есть мощь возросла в январе. Так, а здесь сколько у нас уже? Ага, 650. И однако 650. Раз. Эч. Два. Три. Поехал. 650. Сколько здесь? 650 еще. Раз. Два. Опа! Ну, 5 раз, 650 на 5 раз, это очень такой сильный результат. А ну-ка, сколько тут я? 650 раз, 2, 3, 3 раза. Это я сразу 360, без всяких разминок тяну. 440. Затупил. Ага. Ну что? Сдвинулась. 440 сдвинулась. Что тут скажешь? Мокрый акимыша. Да ты чё? Что я хочу заметить? От того, что я слишком часто занимался, давал нагрузку, веса, конечно, большие, подымал, да и продолжаю подымать, я несколько неправильно, не столько энергии, больше силы, нагрузка пошла у меня на суставы, у меня начали болеть коленные суставы, у меня начали побаливать голеностопные суставы. И вот это уже, об этом никто не говорил, что да, там вот, самодумав Анатолий Иванович говорил, да, нагрузка идет на голеностопные суставы, поэтому, чтобы они были в тепле, в валенках вы находитесь и так далее, и тому подобное. Но что и как конкретно будет болеть, он это не сказал. Поэтому я немножечко стал притормаживать. Разболелось довольно-таки сильновато. И вот, особенно сделал тренировку, после тренировки чувствуется вот это вот больше в коленных суставах, потом она потихоньку-потихоньку проходит, и я тогда делал следующую тренировку, поэтому тут уже раз, два, три, четыре, пять, шесть меньше тренировок, январь, да? Давайте в феврале посмотрим, что там. Ну, опять так же гравитационную или изодинамическую гимнастику, как говорит Сергей Прокопьевич, посмотрим, что у меня было 26 февраля. Так, вот мы тут все вместе. Александр, 180, и пошло, вот он. Видите, 300, 340 дает, и мы начинаем 360, там. Тара-та-та-та-та. Значит, у Игоря очень хорошо пошло. 520. 560 Игорек давит. Я 560. 600 давит. Вот, кстати, я, видите, давлю. И у меня, пятки как-то не особо побаливают. Ну вот я уперся и откат, я не смог сдвинуть. Игорь идет дальше, 640. Так. Поднял. Я делаю еще одну попытку.
на 600. Опа, есть. Пошла нормально. Все зависит, много зависит от настроя. Игорь 680. Дальше у нас тут. Жим лежа. Вернее, дожим лежа. 230. 160. Тара-тата, 180. Идем. О, пошел. 560, 600. Видите? Есть 600, 640. У Игоря идет 640 и у меня. 680 у Игоря. Я набычился. И ну-ка посмотрим 680. Что у меня? Тоже осилил 680. О! На один разок осилил. Есть. 720, Игорь. Я пробую 720. Нет. Игорь пробует 760. Видите? Пошел весок. Игорь пробует 800. Идет вес. Видите, смотрите, спокойно, лицо не краснеет, уперся, опа, чистая победа, 800, ну я там 700 поднял. Отлично, да? Отлично, так, март, не будем смотреть, апрель. В апреле. Здесь я стал уже делать меньше тренировок для того, чтобы мои суставы, да и все остальное, успевало восстановиться. Слишком я зачастил. То есть здесь опять-таки пришлось вот... Никто не подсказывает, никто не знает, что и как там. Я сам на сам. До всего доходить самому. Итак, что у нас там, Моровида? О, тут даже я и веса не расписал. А. Так, ладно. Посмотрим за март. Один я занимаюсь. 680 раз. Два. Опа. 760. Нет. Не колыхнули 760. 720. Ага. Есть. 620. 600. Тара-та-тара-тара-та. Триста сорок. А, вот даже 360. А вот... Можно сказать, мои наивысшие достижения, которые я сделал. 600. 650. Сделал, видите? 600. 660 нет. 670. То есть ногами удалось давануть 670. Чем даже лучше, да? Джим лежа.
200 килограмм упираюсь. Не получилось. Просто-напросто меня выдавило. 220. Есть подъем. Чисто победа. 230. Смотрим. Вот. Опачки! Пошел мне! Вот мои лучшие результаты. 600. 680. Оп, раз. Два. Семьсот сорок. Есть! Семьсот шестьдесят. Есть! 780. Смотрим, вот она. Пошел. Опачки! Есть! Еще прибавил. И 700 килограмм. Больше силы прием. 300. 380. 420. И смотрим, рекордное 460. Пошел вес. Ближайшая цель 500. Здесь я ничего не делал. 300. Хотим проверить. Ну и апрель. Последняя тренировка вчера у меня была. Так, немножечко ее глянем. Не все так гладко идет, но тем не менее. Давим. Здесь ноги как-то начали отходить. 480, 520. Стараюсь больше, так сказать, мыслью. Лицо не так краснеет, но упрется. Но тем не менее. Сто шестьдесят, 180, 185, и вот она, 190. Тяга 520, разминка 600. И теперь 680. Раз. Два. Три, четыре, во всех этих гимнастиках, которые говорит Сергей Прокофьевич, Анатолий Иванович, делается один подъем. Я же поступаю по-своему. Делаю, видите, пять подъемов. Я вот готовлюсь на 800 кг. Через недельку буду пробовать. У меня, видите, какой-то свой собственный подход, свой собственный путь. В результате, что тут у меня? Я чувствую. Суставы стали отходить. Энергетика прибавляется.
И я думаю, что я на правильном пути. А там кто его знает? 320. А, ты уже поднял? Вот я вам, ну, если так можно сказать, кратенько сделал свой годовой отчет. С чего я начал, чем я закончил. Вы это все видели, показал. Еще разок хочу сказать, я горд тем, что я все свои занятия выставил. Теперь следующий год я ничего особо выставлять не буду. Это будет тайной. Насколько я уйду вперед, насколько мне удастся прогрессировать, это мое дело. Кто захочет заниматься, пожалуйста, в свое время, когда Джо Вейдер начал пропагандировать бодибилдинг, это было в 1950-х годах, в начале, на него смотрели как на какого-то такого-то странного человека. А зачем заниматься, зачем, чтобы красивое тело было, зачем идти в спортзал и прочее, прочее. Мол, от занятий тяжестями получается сердце там тяжелоатлета, там, в смысле нездорового, ну и прочее, прочее, прочее. Но со временем, видите, что вышло. Сейчас весь народ занимается. Что касается вот этих вот занятий гравитационной или изодинамической гимнастикой, хотя она была где-то в 1972 году Самодумовым разработана, а Сергей Прокофьевич Кривых, значит, свой тренажер, сколько там он, год назад, наверное, сделал, или там 2 года назад, и назвал это, значит, изодинамической гимнастикой. Ну, которая сейчас занимается. Это дело только распространяется, но тем не менее были проведены и научные исследования, которые показали, что это наиболее прогрессивное и неимоверно эффективное средство общего оздоровления, укрепления и лечения организма, а особенно позвоночника. Что, мол, за этим будущее, ну, пока народ дойдет, пока поймет, как это все действует, пройдет, конечно, время. Ну вот, пионеры вроде меня идут по этому пути, нося какие-то свои собственные коррективы. Ну, посмотрим, что будет через год. По крайней мере, я уверен, что занимаясь вот этими вот упражнениями, я приобрету еще более мощную энергетику, которая будет оздоравливающе влиять и на мой организм. Ну, это такие мои прогнозы. По крайней мере, то, что я проделал за год, сбылось, и я очень доволен.